Каждый день по дороге в университет я видел несколько человек, у которых явно были проблемы в жизни. А ведь большинству из них никто не поможет. Но даже если я сам начну каждый день помогать хотя бы одному человеку, это будет происходить довольно долго. Поэтому мы и решили создать проект «Помогай сейчас». Всем привет, меня зовут Кирилл. Меня зовут Александр. А я Алексей. Наш проект направлен на людей, попавших в сложную ситуацию. Мы хотим, чтобы каждый человек мог снять видео, выложить его в интернет и получить помощь. Мы хотим помогать людям, будь это совет или материальная помощь, но всегда ли деньги пойдут по назначению? Для этого и существует наша система, благодаря которой мы будем контролировать, действительно ли человек заинтересован в решении своих проблем или нет. Если нет, то помощь пойдет тем, кто действительно заинтересован.